Для нас с Робертом огромное удовольствие общаться сегодня с вами. И в этот день мы хотели бы немного поговорить о том, когда был основан Oriflame. Это произошло 48 лет назад в Швеции. Всего через год мы будем отмечать наш 50-летний юбилей. Oriflame — уникальная компания. Мы предлагаем нашим клиентам и консультантам не только качественные продукты, но и план успеха, с помощью которого каждый может достичь процветания. Однако уникальность Oriflame не только в этом. Получать удовольствие от жизни, заражать других своим оптимизмом, а также устраивать фантастические конференции в самых удивительных уголках земного шара — часть нашей культуры. Мы ярко отметили 25-летие компании в 1992 году. Тогда свыше 1000 лидеров Oriflame совершили путешествие по Карибскому морю на борту одной из самых роскошных морских яхт. 50-летие компании — необычайно важная дата для нас. И мы собираемся как следует ее отпраздновать. Это будет наша самая большая и запоминающаяся конференция. Мы проведем ее на двух океанских лайнерах во время круиза по Средиземному морю. На эту конференцию будут приглашены 6000 ведущих лидеров Oriflame со всего мира. Это люди, которые сделали компанию Oriflame тем, чем она является сегодня. Одной из самых успешных компаний прямых продаж в мире и крупнейшей компанией, продающей средства по уходу за кожей в Европе. Вы — самая большая ценность Oriflame. Мы хотим поблагодарить вас и пожелать всем вам удачи. Добро пожаловать и встретимся на конференции.